Итак, друзья, смотрите, какая у нас тут находочка на болотце ДОС-2 только что вытащил. Смотрите, как жалко, что она немножко пострадавшая. Сейчас я в болотце пополоскаю. Смотрите, какая вещь. Композиция была типа солдатика, но видите, это типа какая-то каталочка была. Но, к сожалению, все целое, кроме головы. Красота сегодня, солнышко светит. Нет лучшей погоды для поиска. Смотрите, очередная находочка у нас. Вот такой отличнейший наперсточек. Жалко, не серебряный, алюминиевый. Было, увидел, заблестел белым. Фух, ДОС-2, сигнал был 91 высокий. Сейчас я вам покажу, что я выкопал. Жесть, друзья, просто жесть. Я еще не знаю, что это. Но это серебряная монета большая. Возможно, рубль Николай. Похоже, да. Так, сначала год почитаю. Ой, блин, ой. 896 рубль, 896. Николай. Yes, друзья, есть мой первый рубль в сезоне. Есть. Это пипец. Охренеть! Yes. Короче, друзья, порадуйтесь за меня. Отличная находка. Просто бомба. Yes! Друзья, всем привет! Что, начинается наш новый коп. Только что рассвело. Мы уже на поле. Начали копать, сегодня копаем с Димоном, где-то Димон там ходит. Сегодня в 2 ДОСа добиваем поляну. Я вам сейчас покажу первая находка наша. Скручу, наверное, вспышечку. А нет, вспышечку не могу, пока не могу включить почему-то. Не тот режим съемки выбрал. Ханукальный волчок Дрейдл, давно не находил. Прикольная штука. Типа игровых костей, что-то вроде. Ладно, берем. Итак, еще, конечно, солнце не взошло. Съемка такая немножко будет сероватая, но у нас сигнальчик, слушайте, через наушники. Высокий сигнал 85-87. Давайте копаем совместно с вами. Началось. Димон там тоже нашел монетку. У нас Дрейдл. Сегодня в 2 ДОСа. Будем, собственно, заканчивать эту поляну. Следующая неделя уже, наверное. Ну еще, может быть, можно будет. Но уже трава поднимается. Так. Смотрим. Хоп-хоп-хоп. Где-то здесь. И у нас тоже монета. Монета. Сейчас перейдем на телефон. Так, сейчас со вспышечкой. Поглядим, что за монетка. Похоже, 2 копейки. 2 копеечки. Сейчас посмотрим год. Сможем ли мы увидеть год? 1001 точно, 100%. 1876, 2 копейки. Берем. У нас еще одна находочка. Вот показываю еще одну находку. 65 звонила как пломба.
остатки ложечки маленькой такой детской. Так, и у нас снова маленько сантимчик один попался, судя по всему, судя по ВДИ и по размеру. У Димона, Димон какой-то нереальный сигнал копает. Есть? Все поменялось. Да? Сверху 67. Ну, посмотрим. Этот Ми-6 у тебя, да? Да. А, у тебя в наушниках звенит, да? Угу. Ничего не слышно. Монета, да? Вот. Да. Монетос. Монета? Да. К пальцам прилипает. Что бывает, когда деньги к пальцам прилипают? На, пластилин, скорее всего, и сантим. А мы сейчас пойдем смотреть. У меня 91. На, можешь понюхать на своем Деусе. Что мы сели в два Деуса сегодня. Вот здесь. Тоненький, да. Вот рубль так серебряный звонил. Сейчас прокопаемся. Не, я слышу, когда, к примеру, резкий отзвук, да? Нет, ты махни, ты еще это. Дай свои наушники. Как у тебя тут? Ну, на, попробуй. Потому что... На, попробуй в моих наушниках. Помахай. Слышишь? У тебя настройки что-то по-другому сделаны. Думаешь? Да, по-другому. Ну, уши эти, вот эти ВСРы звучат немножко по-другому. Ближе. Не, вот ключ вообще хорошо. Да? Правда, бьет 89-92. Ну, ничего. Попробуем. Сейчас посмотрим, что будет. Нет, у меня вроде настройки примерно как и у тебя, такие же стоят. Стабильность грунта я на двойку поставил. Слишком сильно орать начал. Так, ну что, смотрим. Вот он, рубль. О! Что же тут будет? Так. Монета. Ну, похоже на копейку. Даже, по-моему, состояние более-менее. Сейчас на телефоне врубим, посмотрим подробнее. Ну да, копейка. О, вообще ничего не видно. Ну, ни года, ничего. А нет, ну вот, прочистили. Так, ну более-менее, короче, копейка. Потом почистим, посмотрим. Димон тоже что-то роет. Вон там, кстати, островок впереди. Сейчас камеру протру немножко. Вот этот островок, я на нем еще не был. Но к нему дорогу перекрывает бурная река. Надо попробовать через него пройти. Ага, мы на месте. Сейчас покопаем тут тоже. Словился сигнал. Ну, я думаю, через наушники вам слышно, ветра нет сегодня. Такой низкий. 61-58. С какими-то прерывами. Ну ладно, покажу на выходе, что будет. Вот, на выходе оказалась пуля. Но пули мы не берем. Пули мы отправляем болото. Так, еще один сигнал, островной сигнал. На острове находимся, рядом с пулей. Сигнал был 76.
Интересно, вон торчит что-то. Рядом с пулей лежала гильза. По-моему, трехлинейка винтовки Мосина, судя по всему, похожий. Ну ладно, отправляем туда же. Здесь на острове все в гильзаче. А это уже не Мосина. Это уже на маузер, похоже, немецкий. Отправляем туда же. Болото. Какие-то военные тематики идут. Кольцо от палатки. Как там называлось, не помню. Это в конце, как в краях палатки такие дырки, вот в виде таких колец. Туда всякие веревки там просовывались. Как-то он забыл, имело свое название, но я его же забыл. Ладно, берем. Ну вот, интересно, сигнальчик. Прям в луже. Я вроде его как бы откинул в сторону. Посмотрим, пином, может, не глубоко будет. Надо попробовать так рукой достать. Это вот здесь. Ай, бля. Какая гадость, а. Это ваша заливная рыба. Точно пиявками укусит. Он где вытащил? Ради этого я погружался на дно морское. Шрапнель. Обыкновенная одна штука. Рядом тут же в болотце сигнальчик. 81-82. Что-то мне сдается, что это будет. Бля, чуть-чуть в глаз не попало. Пробка какая-то. Так они звучат обычно. Слышка прямо на поверхности. Ну-ка, ну надо все равно по-любому все проверять надо, все проверять надо. Что там? А, что-то пин. Что это? Какой-то кусок. Алюминия, но очень твердый. Ладно, мусор берем. Ну, сейчас я вам через наушники дам послушать. Сигнал 93. Должна быть монета. Мы так надеемся. Ну что, погнали? Не меньше монеты. Сейчас поставил глубинные настройки. Хочу глубокие сигналы потягать. Но вот сразу же вылез сигнальчик четкий. Сейчас посмотрим. Ноги сантиметров 25. Наверное, не сильно глубоко. Сейчас будем глядеть. Нет? Где-то здесь монета. Монета. Судя по всему, копейка. Да, копеечка. Сейчас посмотрим на телефоне, каких годов. Так. Я единицу поставил скорость. Поглубже хочу брать. Посмотрю, что получится. Так, у нас копейка вылезла. Димон там тоже дрейдл нашел. 1900, похоже, 15-й. Да, очень похоже. Копейка 1915 года. Ну вот, такая убитенькая. Но нормальная. Вот еще находочка. Вот такая закруточка какая-то.
с резьбой вылезла, но очень глубоко было. На полностью эту глубину пинпоинтера взяла. Да, вот какие-то грани. Гурт рифленый. Берем. К Димону, бежим к Димону. Что-то интересное. Что вроде у него? Надписи есть. Пломба, ага. Что ли? А, ну да, это пломба. Такая плоская вообще. Да, с надписями. Да, там, ну, скорее всего, придавленная. Хотя вот непонятно, вроде как две точки какие-то. А, и с этой стороны тоже что-то есть. Ну да. Потом изучишь, расскажешь. Так, а мы пойдем к нашему месту. Так, в нашу яму. Идем в наш. Ау. Куда? О, это громадная шрапнель. Ну да, похоже, большая шрапнелина. Ладно. Прям сигнал в самой куче, всем в самой жиже сейчас копать будем. Так, сейчас камеру какую-нибудь повесим. Копанем. Скуб надо. Надо до машины за скубом идти. Чего? Самой каши. Ну да. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. По-моему, вытащил. Вот. Алюминий. К сожалению, какую-то можно. Ну да, просто кусок алюминия такой. К сожалению, ничего интересного. Покажу еще одну интересную находку. Жалко, что он не целый. Кусок какого-то кувшинчика. Какой-то композиции. А, может быть, колокольчик, вряд ли. Что это такое могло быть? Непонятно. Вот и колокольчик. Это где не колокольчик, это колокол тогда. Наверное, был. Ну, не, можно, вряд ли. Судя по всему, просматривается типа горлышко какого-то. У кого есть версии, пишите. Итак, я вам представлю вашему вниманию еще одну монету, но это, судя по всему, не сантим, проглядывается цифра 2, скорее всего, немцы. Сейчас с телефона посмотрим. Так, ну что это может быть у нас? Поглядим. Двоечка, да, это фенинги немецкие. Немецкие фенинги, сзади орел должен быть с опущенными крыльями. Опущенный орел. Нет, тут ничего не видно, но тут видна цифра 2. А, год вон тут с правой стороны, да, это перушные какие-то. 900-е годы начала. 1911. Два пеннинга. Вот такая монетосина. Короче, сигнал был. Мы сейчас с Димоном поспорили. Говорю, Димону, кольцо. Он приходит, махнул. Да это пробка, блин. И пошел, главное. Я говорю, оттуда, а что ты скажешь насчет камня? Сейчас на телефон перейду, будет интереснее. Итак, у нас есть версия, что это вообще золото. Так, но оно порванное, но вот виден камень. Виден камень, это печатка. Да, слушай, вещь, блин. Красота.
часть кольца. Ну, сейчас будем разбираться. Сейчас будем чистить, смотреть. Сейчас включусь, когда почищу. Итак, почистил его. Ну да, похоже, золотишко. Часть сломанного золотого кольца с лунным камнем. Вон там должны быть какие-то пробы, но это мы все потом зафоткаем. Жалко, оно, конечно, пострадавшее. Посмотрим, что с ним можно сделать. У Димона тоже там. Димон увидел, что сигнал 40. И сразу же начал копать все эти сигналы. Ну, красота. Первое старинное золото. С узорами. Вау, красота, красивое было. Ну вот вам и места. Берем. Еще одна находка со стабильным сигналом 68. Пряжка. Я решил ее прочистить, прочитать надписи, и она у меня разломалась в руках. Но надписи прочесть надо хотя бы, перед тем, как ее выбросить. Сейчас посмотрим, что там было написано. Так, сейчас посмотрим, что написано. Париж! Париж, Париж. Прикидываешь, пряжка Париж была? Да. Париж. Ну, была. Но это от сумочки какой-то. Гуччи, наверное. Не меньше. Первушная Гуччи была. Стежка от сумочки. Немножечко выбиваем это поле. Очищаем от всяких лишних монет. Но вот снова у нас круглый предмет. Выдался, похоже, жетон. Похоже, жетон или... Да, жетон, цифра числовой. Сейчас мы его поподробнее разглядим с помощью телефона. Так, где монета, где монета? Сейчас поймать надо. А вот она. Так, ну что это у нас такое? Это у нас цифровой жетончик 10. Что с другой стороны? И с другой стороны, похоже, 10. Или не 10, непонятно. Или символ какой-то. Нет, десяточка вроде. Какие функции он выполнял, не знаю. Но вот он дома его, по-моему, подсушу, он осыпется. Может быть, там какая-то еще легенда вылежит. Ну, обычно в кабаках такие жетоны. Бывает, расплачивались за услуги какие-то в каком-нибудь кабаке или где-нибудь еще. Давали такие жетоны, которые можно было использовать в своем же кабаке. Что-то всяких у них функций были. На заводах какие-то были тоже жетоны заводские. Так, масса у них истории, масса у них применений было. Ну все, сейчас будет рубль. Мы уже решили. Сигнал 92 на Деусе. Как только может рубль звучать. Ну все. Все должен вывалиться, вылететь просто. Практически. Тута. Туточки. Ну давай. Ну-ка, с этой стороны. Ну снимай контент. Ну я снимаю уже. Давай. У тебя хотя бы пищит, у меня ничего не пищит. Ага, ничего. А, у тебя же, да, в наушнике, точно. Ничего, сейчас будем смотреть. Уже пищать начал? Да, пищит. Ну вот сейчас такая. Ну, ну. Пищит и пропало. Ну, давай. Где? А вот она. Нет, нет? Нет, нет, значит, дальше. Вот я пинпоинтер твой. Ну-ка, дай-ка своим пропищу, где он тут примерно. О, лежит. А, о. Монета. Большая. Ну, а, двушка. Ну, и, кстати, неплохая, судя по всему. В патине. Николай? Да. Нормально, даже просчитается. С годами, со всеми. О, да, состояние более... Для этих мест состояние просто шикарнейшее. Держи.
Опа. Короче, 2 копейки. Если почистить, а мы будет убитая. Нормально. Ну вот еще интересная находка. Это застежка, похоже, от старинного лифчика. Как бы куст, лифчик. Ничего не напоминает. Ладно, берем. Итак, снова я извлек из земли сантим. Но он такой весь в сохране практически. Практически УНК. Сейчас я вам покажу. Не глубоко лежал. Тут вообще он просто в идеальном состоянии. Практически. Он может... О, какой он. Вот он как выглядит сантим. 25-й, по-моему. Да, 26-й год. И сзади герб. Ну, фокус. Фокус ветром сдувает. Итак, у нас сигнал 95. Вы же выкинул из ямы. Можете послушать. 96 даже. Мы где-то здесь, вот в этом куске. Сейчас будем его изучать. Что импина? Самое интересное исследование куска земли. Что же это такое? Это что такое? Как звучало? Колесико от керосинки. Ну да, кусок меди. Здоровый. Небольшой кусок меди, хотел сказать, здоровый. Да, обычный колесико от керосинки медное. Звучало вот так вот прикольно. Да, птички поют. Димон где-то только что был. Теперь исчез. Итак, ну все, сейчас заканчиваем сегодня копать. Вон Димон раскладывает находки, я свой разложил. Что нашел? О, пуговичка. Пуговичка. От кальсонов. Вот, сейчас посмотрим, что мы сегодня повыкапывали. Каждый из нас выкопал сегодня по дрейдалу. У Димона дрейдал. Ну, а солдафон у Димона прикольный. На пломбы и монитосы. Двушка, пятнашка. Что тут еще? Наверное, сантимы, да. А это что такое? Десятка. Или 15 копеек, наверное. Да. Сантимы. Пуговица с орлами. Ну, вот и пломбы. Так, что у нас там повылезало? 9 монет. Тоже у меня дрейдл. А, ну вот, видишь, видны эти. Еще эти есть? Символы, да-да. Там же каждый символ. Хотя нету. А, ну да, у меня это еврейский чисто волчок. Видишь, это пятиугольная звезда. Внутри этого звезды символ. Это вот это какая-то интересная. Такую не видел даже еще. Такая еще не попадалась. Да, интересно. Монеты всякие тоже попадались. Двушечка, ну монеты половину убитые, ну вот, жетончик. Кончилось место у меня на телефоне, сейчас с другого записываю. Ну вот самая, наверное, находка дня, это золотое колечко. Старое это золото, 56-я проба, скорее всего, но она низкопробная. Ну, где-то, как ты помнится, такое, ходил в ломбард, проверял, оно примерно, сказали, между 375-й, 585-й. Ну, с лунным камнем. Короче, жалко, что не целое. Это очень печально. Но все равно, это всегда приятно. Все, друзья, откопались мы сегодня. Сейчас где-то переключить. Где-то было переключить, не вижу. Камеру. Да, ну все. Короче, мы вам с Димоном машем ручкой. 2 деуса сегодня. Всем удачи в копы. Четко почесали эту поляну, так что мы еще вернемся. У нас тут большие грандиозные планы.